Ну чё, ждём ещё ложков? Харе втыкать, шухер уехал! Пушку-то спрячь! Спрячь ствол, говорю! Считаю до трех! Thank you.
Как говорится, да? Ну что, есть что-то новое?
Иди, иди, нечего тебе тут делать. Стоп. Вы по процедурному вопросу. Ну, привет. Здравствуй, сталкер. Привет, брат. Ну, привет. Привет, брат. Я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов. И исполнитель желаний. Дурак, во дурак. Но знаешь же везение свое идиотское. Артефакты как же. Одни тропы нехоженые и твари некормленные. Все, пришли. Эта станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен? Ищи возле бара. Так ты здесь впервой? Хм. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Им сколько ни дай, все мало. Так, спокойно, на поводу никто не идет. Просто сейчас единственный реальный вариант – это выполнить их условия.
Так и быть. Расскажу, как надо контролёром валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр, а хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь честной байдой, на все эти его панты не станет насрать. Не особо лучше. Значит, что делаю? Беру решетку металлическую, что рядом валялась. И ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Только не сиди, подойди, ничего не высиди. Пожалуйста. Надо найти людей. Вокруг одни мутанты. Как ни крути, нам конец. А куда идти?
точка. Вот это спасибо! Вытащил меня! Вот это спасибо! Вытащил меня! Встретимся возле вокзала. Встретимся возле вокзала. Про кровососов я вам все расскажу, растолкую. Как был недавно на Затоне, там всех эти соски доставали. Брат-сталкер-бедолага хреначит их день и ночь. И сделать ничего не выходит. Результата ноль. Решил я, в общем, ребятам помочь. Взял дробовик и давай напрямую в самое логово. До кровососов в гости. И 3 дня им такую вечеруху закатывал. Ой-ё! Бывало, с 2-3 сразу зажигать приходилось. Ну и короче, после моих дискотек кровососов на Затоне не прет. Они теперь свои щупала-то подобрали. Внимательно. Нет, до земли вроде достаю. Ну ты выдал. Ну привет. Подходи, брат, у меня как в...
Покедова! Ой, ё-моё. Ну рассказывай, я весь внимание. В общем, выкладывай. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделай? Привет, брат. Ну, привет! Ну, рассказывай, я весь внимание. Заходи, Мэн, отдохни с дороги. Ну, попутного ветра. Тихое местечко, если к местному населению с расспросами не лезть. Спокойно тут, как на курорте. Почти пришли. Сейчас и глянем, прав я был или нет.
Так-то. Ну что, вижу, у тебя от вопросов язык чешется. Оно и понятно. Че б не поговорить? Привет! Пока! Ну? Ну, привет! Я слушаю. Привет, брат. Здоров. Да-да, я слушаю.
Привет, брат. Готовы!
Испак, ждем противника. Слышит! Приближается выброс! Срочно ищите надежное убежище! Thank you.
Всем, кто меня слышит, выброс вот-вот начнется. Срочно ищите надежное убежище. Лопни мои глазоньки! И кто это к нам пожаловал? Пацаны, атас!
Заходи, сбоку заходи! Входи, эту шуму боль! Берем его, тепленького! Ну, подорвали, пацаны! Заходи, сбоку! Не мандражуй, пацаны! Обходим! Чики-брики в дамке! Вали, вали его!
Ну, запутят, зато не знаете. Чё, нет? Ну, короче... Подходи, брат, у меня как... Нехилый крюк делали, а я пробил путь покороче. Реально, просто чесанул напрямик. Хоп, раз, два, туда-сюда. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро выкупил. Тему проводнику загнал. Ну, не за так, ясное дело. Так он теперь всех моим путем и вводит. Ты заглядывай, тут весело бывает. Хаюшки! Бай! Загнешься. Не за хвост собачий.
хочешь войти, сталкер? Не вопрос. Оружие только спрячь. Видели бы вы, как я артефактом на днях намутил? Это нечто. Реально говорю. Но вы про карьер что не знаете? Так вот, там ништяков больше не осталось. После Флинта в аномалии искать нечего. Это каждый бывалый знает. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Здравствуй. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Как говорится... Эх, не тот уже хабар пошел, не тот. Ему что, завязывать пора. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну, привет. Слушаю тебя. Завязывай. А колбасу и батоны нынче хреновые делать. Анекдот. Ты сидишь как-то возле кордона, сталкер и вояка. Сталкер, солдат. Куда чешешь? Ты чё, мужик?
Охренел? Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А чё несёшь-то такое тяжёлое? Весь вспотел. Да блин, вспотеешь тут. Патроны эти бронебойные на склад бери. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Подойти надо незаметно. Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Спишь, тварь. Ну что, привет тебе от краба. Давай! Мы свое дело сделали, возвращаемся. А ты не забудь заглянуть к зверобою на Янове. Скажешь ему, что раненая химера склеила ласты. И долю свою получишь. Здравствуй, сталкер. Исполнитель желаний.